Привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в закладку бомбу Sandstone. Сегодня будем пытаться как бы затащить, потому что скоро у меня будет моя самая первая ветеранка. Я вообще в шоке. Я не думал, что когда-то у меня вообще будет тут ветеранка, но, как видите, у меня она будет. То есть у меня уже 45 уровень, то есть мне чуть-чуть еще осталось до ветеранки. Совсем чуть-чуть. То есть еще 5 уровней, да? Моих друзей уже по 2 ветеранки, и вот у меня скоро будет моя первая ветеранка, и я буду очень рад, когда она будет. Я сейчас не размятый, поэтому, скорее всего, сливать буду. Как я уже сказал. Да, вот, мы сливаем уже, ребят. Хоть мы еще и не начали играть, это разминка всего лишь, что она ничего не показывает. Ну и ладно. Так, давайте сейчас попробуем спесик помочить. Думаю, сейчас хватит, вот такой вот сидит здесь. Так, давайте его с ножа уберем. Это вот, кстати, странное сделал. Такое странное убийство сделал с ножа. Вот. Так, плавно обойдусь сейчас. Ну да, нас обошли, как будто говоря. Вот. Поэтому сейчас мы попробуем с этого оружия помочить пока что. Вы заметите, что я не размятый, то есть мне будет сложно играть, ребят. Ну, блин, 90 хп. Ну ладно, пока что поставлю на стоп, когда начнется катка, то оставлю съемку на запись. Так, ребят, вот и началась катка, короче, я взял диглецкий, я думаю, пойду на плент А. Кто-то идет на Б, кто-то на А, ребят. Конечно, желательно было идти на темку, но я буду сторожить А на всякий случай. И этот пальнулся. Опа-на-опа-на, мне сейчас грохнут, мне сейчас грохнут. Тоже не надо. Так, ребят, меня обошли по-любому. Тут уже понятно. Потому что нас обошли, сейчас будет взятно. Нам надо что-то делать это. Я еще здесь прятал. Не знаю, что мне еще не делать еще. Так, ребят, не знаю. То есть проиграю я или выиграю. Мне что-то подсказывает то, что я сейчас проиграю, потому что, ну, видите, мои хп, думаю. Ну, 16 хп это вообще очень мало. Еще плюс к тому и не размятый, к сожалению. Это была моя самая большая ошибка, надо было размяться перед этим. Ну, я так понял, мы слили. Ну да, мы слили, потому что я от нервов опять начал стоять просто на месте. Ну, у всех, думаю, такое бывает, нервы поджимают чуть-чуть. Вот. Так, думаю, сделаю эко. Хотя нет, давайте возьмем юмпик. И пойдем на в темку давайте, ребят, пойдем, короче. Либо в миду. На миду, точнее. Так, ребят. Так, берем. Хотя не, давайте в темку, ребят, я так понял. Потому что так будет легко. Ой-ой-ой, ребят, сейчас на флешку закинуть по-любому. Да еще у нас, походу, те же запашли. Искать. Так, надо тише быть, сейчас вот отсюда кто-то выйдет. Так, осторожно. Все, одного забрали, мне это уже хватает вполне. Так, вот, все. Давайте перезаряжаемся и походу мы сейчас затащим, ребят. И сейчас может быть очень плохой звук, потому что я нечаянно от нервов закрываю рукой камеру. И меня опять грохнули. Ну, я не размятый, что я поделаю. Вот. Так, походу он свалил куда-то. Я так понял. Ладно, давайте ждать, пока мы выиграем или проиграем. Хотя кто знает. Я заранее не могу знать, выиграем мы или проиграем. Но мы выиграем, да, отлично. Так, ну сейчас 1-1 у нас. Вот. Тем более у них больше людей. То есть, вот, видите, у них, то есть 5 чувачков. А у нас всего 4. Так, берем М4. Вот, такая вот. Я продал у нее скин. Был крутой скин у нее на М4. Но я его продал, потому что мне как-то надоел. Особо мне не нравился, на самом деле. Вот, поэтому я его и продал. Вот, ребята, то есть не измятый, вам показываю. Ладно, сейчас поставлю на стоп, я закончу катку, включу съем. Так, ребят, мы в итоге, короче, слились нечаянно. Короче, это долго разбирался там с чувачком, который бегал. Он слишком долго с ним разбирался, кто-то из них. Вот, вот он. И, короче, в итоге бомба взорвалась, когда он хотел ее обезвредить. То есть он подошел, а она взорвалась. То есть он слишком долго разбирался с ним. То есть вот. Сейчас он грохнет последнего. Ну, как последнего? Ну, я думаю, вы поняли меня. Так, походу, кто-то на Б, либо на миду. Так, нет, кто-то на Б. Так, раз он пошел оттуда, значит я пойду отсюда. Блин, не надеялся я на то, что меня сейчас убьют. Ну и ладно, на самом деле, пока что поставлю стоп, когда начнется раунд, я включу съемку. Так, ребят, в итоге мы выиграли, отлично, хорошо все. Пока что 2-2 у нас, надеюсь, так и будем держаться. Прямо очень сильно надеюсь. Так, думаю, сейчас я сделаю такое небольшое эко. Возьму вот это вот. Вот, и пойду. Конечно, это самая большая ошибка, то, что я делаю. Ну и ладно, на самом деле. Какая разница? Все равно не ММ, все равно. Так, погнали, думаю.
сюда вот. Зайдем, а не уже зайдем. Так, ладно, давайте с пистолетом придется, походу, крысить. Хотя я точно не знаю, может, не буду крысить. Я тогда пойду лучше вот туда. И буду ожидать противника. Ух ты, я не думал даже то, что придамажит. Так, нам надо как-то убить кого-то. Вот, но я не знаю, получится ли у меня это сделать. Как мне через стену двигать, ребят? Ну, реально же. А, ну пингер, понятно, 114 пинг. На самом деле бесит пинг вот этот. Когда он у кого-то слишком низкий, меня убивает часто через стены. И это очень достает на самом деле. Вот прям очень сильно. Ладно, погнали, М16 возьмем. И сейчас пойдем, думаю, на Б, что ли. Будем вот так вот делать. Стоять просто и ждать. Так, понял я вас. Отлично. Почти что вантап. Такой неплохой. В принципе. Так, еще. Отлично. Есть! Мы в голову забрали суспа. Отлично, ребят, отлично. Он ходил с фанфалом, но я не буду его брать. Я возьму обратно М16. С М16 я очень хорошо играю. Вот. И у нас в итоге все вышли, надеюсь, к нам кто-нибудь перейдет хотя бы. О, да, к нам кто-то перешел, короче, пацан из их команды. Пингер вот этот как раз, который меня грохнул через стену. Так, даем вот такую слепу и даем хаешку вот такую вот. О, отлично. И вот такой смог. О, все, отлично. Отлично, прилетел, и походу к нам кто-то придется. Так, они на А оказались. Отлично. Сейчас можем попробовать грохнуть. Главное осторожно это делать. Так, давайте постреляем в эту дырку. Так, ну мы никого не нащупали, к сожалению. Так. Погнали, ребят. Поможем. А, все, мы затащили, походу. Эту катку. Кто-нибудь диффузит, сидит пусть. Вот, все, отлично, ребят. Отлично. Все, отлично. Сейчас начнется новый раунд, и я включу съемку. Короче, в новом раунде меня в итоге вырубили, ребят. Я не ожидал такого. Меня с двух сторон просто зажали и просто меня начали убивать. Так, ну этот пацан вообще, по-моему, тупой, потому что он идет спиной к врагу зачем-то. Непонятно вообще, для чего он это делает. То есть он просто стоит и смотрит на врага, даже не стреляет, старается убить его. Очень жалко, реально, то, что попались такие напарники. Я думаю, перейду к терам, потому что мне хочется за террористов поиграть сейчас. Так, вот, отлично. И берем калашик. Хотя нет, давайте возьмем АКР-12. Так, ну я знаю тактику своих напарников бывших. И поэтому я сделаю вот так вот сначала. А потом вот так. Вот так вот, отлично. Все, и пойду на раш. Так, меня кто-то слепо кинул из моих напарников. Так, ну все, мы выиграли, отлично, этот раунд. Так, зачем я смог меня потратить? Ну ладно, на самом деле. Не важно. Берем опять гранаты все, всего вида. И идем на одно место, на балкон. И оттуда будем Б сторожить. Так. Сначала даем вот такую слепу. Сюда помогала. Ждем время, проходим. И ждем. Так, даем туда смог, чтобы они заплантили бомбу спокойно. Блин, бамбу кто-то грохнул. Это нехорошо, на самом деле. Это нехорошо. Так, ну мы выиграли, отлично, его убили. Отлично. Кстати, мне раньше был крутой скин на вот это вот пистолет, на блок. Давайте вот так им помахаем, посмотрим, что они тут делают. Так, ну они просто стоят, как обычные напарники, тиммейты. Так, ну давайте, думаю, погнали в темку. Хотя нет, давайте на мидл. Все, отлично. Я и себя и их ослепил. Блин, как я себя смог ослепить? Так, уходим вот так потихоньку. И смотрим, где напарник может быть. Так, отстреливаем его. Отлично. И просто ожидаем, пока он выйдет. Потихоньку вот так продвигаемся.
Отлично. Вон тапом забрал. И меня опять убил. Меня опять убил пингер. Жалко, жалко. Не люблю пингеров на самом деле. Так. У меня пинг вот нормально у самого. Но у них пинг вообще так скачет жестко. У этих челиков. У кого-то тут 119. Ну, это как раз вот этот пингер, который меня через стену убил. Так, ладно, погнали сейчас берем. О, у нас бомба. Погнали сейчас берем, короче, авапу, хотя я не размялся. Вот это будет сейчас интересно. Смогу ли я затащить с неразмятой с авапы? Давайте это и проверим как раз сейчас. Так, берем авапу в руки, как всегда, нашу любимую всеми. Кидаем вот сюда раскидочку такую, выполняем. И выходим вот сюда, на темку. Так, понятно, все, все. Все, понял. Так, думаю, вот такую вот раскидку дадим. И я так понял, меня хочет оббежать. Сейчас мы это проверим. Так, ну я думаю, погнали, что ли, вот отсюда. Так, тихо, ребят. Я один остался. Главное не слить, главное не слить. Так, забираем одного. Так, отлично. Так, он сейчас пойдет, скорее всего, отсюда. Так, нет, он не обошел все-таки меня. Хотя я надеялся, что он это сделает. Так, погнали его. А как это, ребят? Странно. Так, ну у нас 6-6, мы сравняли счета. Я опять беру авапу нашу любимую. Как всегда. Я обожаю с авапой играть, на самом деле. Раньше часто с ней играл. Берем одну слепу и погнали. Ну, хотя она и как раз тут одна. Так, на этот раз мы пойдем на мидл, не будем так глупить. Кидаем вот такую вот раскидку. Мне кажется, отличную. Так, и я так понял, тут кто-то есть. Ну, я погнал бомбу прикрывать. Так, на близких я буду вот так. Так, тут кто-то есть, тут кто-то есть, ребят. Это плохо. Нас решили, походу, обойти, я так понял. Тут кто-то сидит. Так, нет, тут никого не сидит, никто не сидит, я имею в виду. Поэтому сейчас мы сделаем вот так вот. Чего, блин? Блин, ребят, мне кажется, это читер, он потому что что-то чересчур жесткий. Вот этот вообще диффузит стоит. Блин, мы слились, походу, ребят. Им еще один раунд, и они выиграют. Поэтому нам конец. Так, все, они раздиффузили бомбу, это не есть хорошо вообще. Так, бобромы, блин. А, не, нюхай бебру. Так, ладно, давайте берем, не знаю, салапу уже надоело сливать. Возьмем МП-5, просто чистый МП-5. Все, посмотрим этот МП-5. Прикольное оружие, кстати. Ну, хотя я с ним не играю, мне оно нравится все равно. Я с него хорошо играю, просто я редко уберу. Вот так вот делаем сейчас. И вот так вот. Такую раскидку с ним делаю. И объясню. Вот такую. Что за фигня? Тогда нам свалить. Сваливать нам надо. Нам надо сваливать, я так понял. Блин, надо было муху взять. Однозначно. Так, ну у нас есть шансы, но они небольшие на самом деле. Такие малейшие просто. Самые малейшие шансы. И меня опять убивает пингер, походу. Ну, примерно, да, пингер. Потому что я был за стеной, и меня как-то грохнул. Так, ну, 8 киллов, на самом деле, неплохо. Мне кажется. Ну, плюс я не размятый. И, кстати, у нас скоро 46 уровень. Так. Сейчас получаем. Надеюсь, мы что-нибудь получим. Хотя вряд ли. А, нет, мы хотя бы 3 копейки получили. Ну, 3 серебра. Вот, отлично. Так, ну, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.